40 дней со дня смерти почетного настоятеля молитвенно почтили в Спасо-Преображенском соборе Петербурга. Священник Николай Гундяев был профессором Духовной академии и любимым батюшкой для многих верующих. Вместе с прихожанами в соборе отца Николая в этот день молился митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Дней назад собор Преображения Господня всей гвардии простился со своим почетным настоятелем, отцом Николаем Гундяевым. Божественную литургию в этот день возглавил правящий архиерей в сослужении епископа Вениамина Ордатовского и Отяшевского. В утешение всем молящимся звучат слова Евангелия. «Яко грядет час, и ныне есть, егда мертвые услышат глас Сына Божия, и услышавши оживут. Яко же бо Отец имать живот в себе, так бо даст и Сынови живот иметь и в себе, и область даст ему, и суд творите». Владыка митрополит обратился к верующим со словами проповеди, в которой особо подчеркнул значимость преснопоминаемого священника для прихода и всей церкви. Отец Николай был ревностным пастырем. Он, конечно, имеет глубокий корень в своем дедушке, отце Василии, который был замечательным священником. Отец Михаил был прекрасным священником. И он, и вот патриарх Кирилл – это такое вот семейство святое, которое действительно в трудное время приняло решение для себя принять священный сан. Тогда это непросто было. Тогда над этим издевались, смеялись. Уже, конечно, не было таких репрессий, как до военных, но после войны тоже было не совсем сладко. И тем не менее находил Господь людей по сердцу своему, которых стало престола Господня, чтобы они заботились о своей пастве. И вот, конечно, отец Николай ревностно трудился и здесь, в Петербурге, и на послушаниях в Москве, и отдал все свои силы. Он совершил подвиг служения у престола Господня, и Господь сегодня воздавает ему за его труды. И, конечно, каждого из нас бы неплохо, если Господь встретил словами: «Благие добрые рабы, ты хорошо потрудился в малом на земле, войди в радость Господа твоего». Вот сегодня здесь Николай входит в радость Господа своего, потому что он много отдал Господу Богу, да можно сказать, всю свою жизнь. Владыка-митрополит призвал всех хранить веру, продолжая дело наших предков, молиться не только за кровных родственников, ушедших в иную жизнь, но и за всех, кто встретился на нашем земном пути.